Попало. Нужно еще разок. Лучники. От них нужно избавиться.
Клара. Мы поможем тебе, чем только сможем. Спасибо, Софи. Мне любая помощь пригодится. Спасибо, София. Отличный выстрел.
застрелить огненный шар, когда он будет после вертолета. Надеюсь, получится. Будем наготове, только подай сигнал. Сейчас! Она не дала запускать! Аки! Давай! Пошли! Закинь!
Я, Лара. У тебя нет ни оружия, ни союзников, ни надежды. Здесь ты найдешь свою могилу. Сразись со мной. Попалась. Да! Это не моя судьба. Меня ждало величие! Это не твое предназначение. Твоя сестра позволила тебе в это поверить. Я сделал все. Все это ради нее. А ну-ка, не смей уходить! Стой! Троица убила твоего отца! Нет, ты лжешь. Он молил о пощаде. А когда понял, что ее не будет, стал просить пощадить тебя. Ты лжешь! Заткнись! Заткнись! Будь ты проклят! Разбита. Твой брат мертв. Нет. Вот что несет ваша троица. Смерть. Это все, что она может. Сдавайся. Я все отдала за него. И не собираюсь отдавать его троице. А как насчет твоего отца?
хочешь, чтобы он навсегда вошел в историю как посмешище? Как ты можешь так сдаться? В одном шаге от цели. Я готова принести такую жертву. Ты не получишь источник. Подумай о миллионах страдающих и умирающих. Мы можем их спасти. Мы можем изменить мир. Вместе. Цена слишком высока, Анна. Нам не суждено жить вечно. Смерть — это часть жизни. Тебе легко об этом говорить. Это ведь не ты умираешь. Дело не в тебе. Дело в человечности, в защите того, что делает нас людьми. Они идут! Мы окружены! Яхан, берегись! Источник не предназначен для людей! Это твой шанс, Лара. После того, что я вынесла, что ты вынесла. Довольно того, что один Крофт погиб из-за него. Но я готова. А я нет. Прошу. Я умираю. Это моя последняя надежда. Слишком долго ждал. Ты знал, что я его уничтожу. За всю свою жизнь. Я не встречал таких самородков, как ты. Что ж, пришло время. Мне умереть. Прости. Я всего лишь хотела изменить мир к лучшему. У тебя получилось. Правда получилось. Дорогая Лара, я часто думаю о том, какой позор я навлек на нашу фамилию. Мой отец, должно быть, в гробу переворачивается. Крофт. Что значит это слово? Надеюсь, что тебе удастся оставить свой след в этом мире. Помни, по-настоящему важны не мы сами, а наши дела. Источник надо было уничтожить. Мне все еще кажется, что я его подвела. Думаю, он поступил бы точно так же. Пойдем. Тебя самолет ждет. Я прослушивала эту запись тысячу раз, но лишь сейчас поняла, что он имел в виду. Важно не то, как поступил бы он, а какой выбор сделаю я. Легендарный Китежград существует, и он полон тайн, способных изменить мир. Я должна раскрыть их. Не ради отца или кого-либо еще, а ради высшей цели. Лишь бы это оказалась благая цель. Before I could turn back time.
Анна, ты сказала довольно того, что погиб один Крофт. Что ты имела в виду? Это ты убила отца, так? Троица приказала его убить, но... Но я не смогла. Ты лжешь! Я его любила. Нет! Готово. Хорошо. Что насчет Крофт? Нет. Еще рано.